фонограмму, взять рок-н-ролл и симпровизировать просто, сделать импровизацию. Там идут голоса, там идут прописан буквально там в двух местах голос, где она бы могла совершенно спокойно там синкопировать и сделать, подстроить верхний голос, либо нижний голос, то есть посмотреть. Остальное все симпровизировать, потому что есть так, один из видов, да, вот такого вокального творчества, джазового творчества, когда полностью вся вещь импровизация. Вся вещь импровизация. И так как я, да, и так как у тебя неплохо, сейчас ты вошла, так сказать, в раш, тебе нравится. Это только снимала. Импровизируй. Ну и что? Кто тебе не дает? Ну, ты можешь сейчас все. Ты выучила эти слоги. Ну да. Переложи их сейчас на рок-н-ролл. Ну, все равно мало еще. Нет. Ну так это работать надо. Есть же время тебе летом сдавать, или там, когда мы будем. Я тебе предложила этот вариант. Но мне и минусовка не понравилась. Ну так я имею в виду саму мысль. А, мысль-то хорошая. Мысль-то хорошая. Я тебе просто сбросила, предложила тебе, чтобы ты попробовала, попела. Сами ищите. Сыграйте просто в этот самый квадратик, Александр Ильич. Я не знаю, что. Рок-н-ролльчик. Ну, rock around the clock, это же рок-н-ролл. Тан-дан-дан-дан, тан-дан-дан. Ну есть, чтобы не чтобы. Давайте. Чем брать какой-то рок-н-ролл. Ну да, их так много, и они какие-то неинтересные. Ну так и сделай тогда. Возьми совершенно. Но единственное, что я бы здесь все-таки, я не знаю, Александр Ильич, я бы взяла, нашла хорошую фонограмму все-таки. Рок-н-ролльную, хорошую оркестровую фонограмму. Потому что рассчитывать на ребят, я не знаю. Недальновидно. Вон Александр Ильич со мной солидарен. Идея принимается, поищешь себе, ну и все. А по структуре потом все. Ты сделаешь, ты же игровая, тебе очень нравится сейчас импровизировать. У тебя все получится.